Привет, меня зовут Леся, и вы смотрите мой кулинарный канал Taste TV. Сегодня у меня на канале состоится очередная кулинарная битва. В этот раз я буду соревноваться с Олей, автором кулинарного канала Оля Эйр. Канал Оли в основном посвящен десертам. Оля показывает, как в домашних условиях приготовить очень вкусные и эффектные торты. Домашнюю нутеллу, домашний шоколад, разные сладости, как для взрослых, так и для детей. Обязательно заходите на канал Оли, подписывайтесь. Я уверена, что там вы найдете для себя очень много всего интересного. Темой этого кулинарного поединка мы выбрали Хэллоуин. И специально к этому празднику мы приготовим для вас два разных десерта. И чье видео соберет больше лайков, тот и победил. Я буду готовить тыквенный пирог. Двести грамм муки, щепотка соли, перемешиваем, натираем на крупной терке 100 грамм сливочного масла, вливаем 5 столовых ложек ледяной воды. Я держала мисочку с водой 5 минут в морозилке. Замешиваем тесто. Готово. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Щепотку муки на тесто и раскатываем круг. На дно формы кладем листок бумаги для выпечки и перекладываем в форму теста. Делаем бортик. 500 грамм очищенной тыквы нарезаем пластинками. Запекаем в духовке при 180 градусах минут 40. Вилкой прокалываем кусочек и проверяем на готовность. Затем даем тыкве полностью остыть. В чашу блендера бросаем испеченную тыкву, одно яйцо и 3 желтка, 150 грамм сгущенки, можно чуть больше или чуть меньше, ориентируйтесь на свой вкус, пол чайной ложки корицы, четверть чайной ложки мускатного ореха, четверть чайной ложки гвоздики, щепотка соли. Измельчаем. Кстати, не забывайте подписаться на Taste TV в Instagram, там самые свежие новости. Выливаем тыквенную начинку в форму с тестом. Встряхиваем. Выпекаем в предварительно разогретой духовке первые 15 минут при температуре 200 градусов, затем уменьшаем до 180 градусов и печем еще 30 минут. Выключаем духовку, приоткрываем дверцу, но пирог не достаем, пусть постоит так 5 минут. Таким образом не будет резкого перепада температур и пирог ровно осядет и не потрескается. Берем шоколадную глазурь, набираем ее в кондитерский мешок, шприц или обычный пакет, в котором срезан уголок, и рисуем паутинку. Наш пирог готов! Приятного аппетита! Мой рецепт вы увидели, а теперь не забудьте зайти на канал Оли и посмотреть, что же она приготовила специально к этому празднику. Ссылку на ее канал вы найдете под этим видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за понравившееся видео. Результаты поединка мы огласим через неделю. Всем вкусного и веселого Хэллоуина. Пока-пока.